Что-то что, можно, да? С вами Вадим Дим, и я потом расскажу, почему я так представился. Большинство видеоблогеров всевозможные факты о себе рассказывают уже, когда на их канале достаточно много подписчиков, по их же мнению. В моем случае я первонаперво разжую, кто я есть, чем меня жевать. Потом самое интересное. Это будут влоги, пародии, песни, музыка, озвучки, теги, пранки и вообще любое творчество. DIY тоже будет. Короче, ничего нового вы не узнаете. На первый взгляд. А теперь новости. Не может быть! Очень долгое время я копил идеи для видео. И вот когда у меня появилась возможность снимать все в нормальной студии, высокопочтенный YouTube решил ввести героев YouTube. То бишь игру для хейтеров, которые будут повышать свой уровень и блокировать чужие видео. Мое первое представление об этом – это Третья мировая война. Информационная. Если вам понравилось это видео и вам стало интересно узнать про меня всю правду, подписывайтесь на канал FIFU TV. Вот здесь вот должно быть. Ставьте лайки и будьте искренни. Меня зовут Вадим Дим, и я потом расскажу, почему я себя так назвал. Нет. А ты вообще рассказывал, почему ты Вадим Дим? В смысле? Это будет... потом следующий выпуск. Потом, да. А ты думаешь, будет следующий выпуск? Я искренне в это верю.